2 сентября глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов посетил образовательный центр «Точка роста» в поселке Горки-10. Центры создаются в рамках проекта «Современная школа», который входит в национальный проект образования. В этом году в Одинцовском округе реализовано 2 таких проекта – в Горках-10 и на базе Ткаринской средней школы. Одна из главных задач проекта – уменьшить разрыв между городскими и сельскими поселковыми школами.